И с вами снова я. Под таким девизом прошла персональная выставка Владимира Троценко. Борхес, Стругацкий, Параджанов, Тарковский. Художник представил портреты гениальных современников. Светлана Фарина. Подробнее. В областном музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Владимира Троценко, члена Союза архитекторов, члена Союза художников, графика, этнографа, да и просто замечательного человека. Основа его экспозиции составляет 28 плакатных работ, посвященных киноискусству. Страстный любитель и знаток кино, автор не иллюстрирует фильмы, ему интересны личности их создателей. Наиболее любимые им Сергей Параджанов и Андрей Тарковский. За долгую жизнь Владимира Троценко было немало подобных выставок, но это особенное. Нету лепнины, знаете, я мог бы сейчас 60 работ тут разместить, но мне понравилось вот отношение мое. 28 работ, смотрите, как просторно, можно к каждой работе подойти и не отвлекаться на другую, вот и все. Многие работы художника рассказывают о близких ему людях, художниках и архитекторах. Плакаты органично дополняются графическими и живописными произведениями, фотографикой, часто абстрактными, иногда непростыми для восприятия, однако всегда говорящими о характере самого художника. На выставке также представлен ассамбляж. Ну, это молитва. Вот дедушка Аксакал молится, и над ним дерево. Все, больше нечего сказать. В кувшине, да, в осколках? Да. Ну, это я уже образно подошел, понимаете? Расколол кувшин. Много кувшинов я поколол, но вот выбрал только вот это. Много коллег и товарищей пришли поддержать Владимира Троценко. Немало теплых слов было сказано в адрес художника. Володю давно уже знаю. Человек очень неординарный. Владимир Антонович, ну... Человек, ну что, выставка, работ не так много, такая выставка камерная. Свое я, но свою творческую натуру. Интересная выставка. Во-первых, человек, кроме того, он не очень универсальный, эстет. И работы необычные, очень... Надо их смотреть просто. Сами. Очень интересные работы. Человек, который необычайно чувствует свет, чувствует материал. Воспел Параджанова Вова, Троценко и Цоя воспел, и много такого сякого. Светлана Фарина, Арман Бектубаев, Владимир Иванюк, Пятый канал.